Всем привет! Снова с вами Панцер. И снова у меня на обзоре пиво. Это снова пиво от торговой сети. У нас на данный момент это торговая сеть АТБ. Пиво вроде как от торговой марки «Разумный выбор». Но на самом деле, из того, что здесь написано, пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное. Оно называется «Пиво светлое», без всяких выкрутасов. Я, честно говоря, не помню, есть оно в другом формате или нет. Ну, как бы, вот это 2 литра. А выпущено оно на Оболоне. Это оболоневский продукт, опять же. Опять он дешевле, он самый бюджетный из того, что вообще, по-моему, есть в АТБ. Было у них еще, по-моему, называлось Жигулевско-Видинское. Но оно, по-моему, выпускалось с Николаевским заводом, поэтому его, естественно, нет. Я, честно говоря, не помню, я очень давно делал на него обзор, еще в самом начале прошлого канала. Я его пил, помню, в гараже. И делал там обзор, соответственно. Вот. Так, в Мисс-спирту 4,1%. 2 литра, как я уже говорил. О, 10% плотность. Хоть где-то написано. Ну, собственно, все. Вся информация. Я так подозреваю, что оно по вкусу, ну, как оболонь. Как простая, вот там есть там оболонь. Просто оболонь, я не знаю. Оболонь светлая, вот скажем так. Оно по вкусу, скорее всего, такое же самое. Или, допустим, как я вот... Не, ну то Жигулевское последнее, которое Golden или Тополя, оно темное. Здесь это потому что оно будет по цвету светлее. Так, ладно, в чем разглагольствовать? Давайте мы откроем, да посмотрим, что здесь такое. Ну, пивом пахнет. Бульбашки прям, не знаю, на видео оно, конечно, не видно, так, чтобы на свет красивый, прям как в советском пиве. Так что может быть, может на Жигулевское более похоже на Бухмельное. Оно темноватое, не такое темное, как, допустим, Жигулевское Golden, но оно, в принципе, темнее, чем простые обычные там, прозрачные лагеры. Так что, возможно, ну, 10% плотность, вкусовые качества должны быть так себе, если честно. Ладно, что гадать-то? Ну, аромат пива есть, ничего лишнего, просто аромат пива. Не, ничего, показалось. Ладно, пробуем. Хорошо газированная. По вкусу чем-то похоже на то самое Жигулевское Golden, на самом деле. Ну, вкус легенького пива. Сколько здесь? 4,1 оборота. Легенькое, слабенькое, ненасыщенный вкус. Это пиво для утоления жажды. То есть, если бы были отдыхающие, они бы это делали с удовольствием, пили бы, потому что оно вот просто в жару выйти и выпить стакан пива, кружку пива, который ни к чему не обязывает. То есть, ты не хмелеешь, ты просто выпил, утолил жажду и пошел себе дальше. Для этого это пиво подходит. Пить пиво, чтобы прямо получать от него удовольствие, ну, тут нет. Такого здесь, скорее всего, не будет ни у кого. Разве что еша из него делает, но там тоже желательно, чтобы вкус пива был такой приличный. Ну, что сказать. В принципе, не зря я не пил оболонь. Вот выпив уже много всякого пива от оболони,
за последнее время. Потому что, повторюсь, в магазинах у нас только оболонь и львовская, больше ничего нету. Вот, вот в том же АТБ, вот, вот реально ничего нету. А Уманьская еще было, да. Но его мало. Вот это во всех проявлениях оболоневская. Вот выпил уже сколько тут за последнее время. Вот единственное, что более-менее мне не то, что понравилось, а вот заинтересовало, это вот оболонь жигулевская, обыкновенная, то есть без выкрутасов. Все остальное просто оболонь, просто вот какая-то водичка, которая вот ни к чему не обязывает. Прохладительный напиток, вот так вот можно смело говорить. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, то есть, ну, как бы на любителя, скажем так. Как мне однажды в комментах написали там одна барышня, что говорит, а я пью такое пиво, потому что то, что пиво чуть крепче, чуть насыщеннее, уже от него там какие-то проблемы в организме. А это как бы можно пить. Это почти ну, как пить безалкогольное пиво, грубо говоря. То есть люди же его тоже пьют. По вкусу оно ну, совершенно другое. Но пьют же так и тот. То есть кому-то это подходит. Вот мне, ну, скорее нечем, да. То есть я не получаю от него того удовольствия, которое хотелось бы. Это, ну, опять же, то же самое, если бы заменить пиво безалкогольное пиво, то есть по вкусу вроде что-то похожее есть, но то есть я пью не для опьянения как такового, я хочу получить удовольствие от напитка, удовольствие от сочетания напитка с закуской, а тут это ну как-то не очень получается, к сожалению, поэтому ну вот так как-то. Ну в целом да, в целом нормально пить можно за неимением гербовой пишут на простой, так и тут. Так что выбора у нас особого нету, пьем то, что есть. Но если вдруг у нас опять все наладится и будет у нас в магазинах изобилие, я к нему не подойду даже, к этому пиву, честно. Ну, блин, сейчас другого выбора нет. Ладно, пьем. Чего-то разглагольствовать. Кто не тонет, тонут всегда в воде. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво, губит людей вода.